Мы продолжаем наш урок Таня из самого начала. Мы уже, слава Богу, на третьей главе. На русского языка, на переводе, где-то на 50-я страница. Прошлого урока мы обсудили двух силы, которые есть у Божественной Души. Этих двух сил мы называем разум. Разум устроенный из трех сил. Да? Два из них мы обсуждали прошлого урока. Хохма, хохме и бина, бина. И мы учили, что хохма называется во многих местах как молния. Борока маврик. Молния. Удар молния. Почему? Потому что она проявляется неизвестная нам откуда. Но известная нам от сама душа, от силы разума душа. Но нам, люди, которые пользуются обычной мясной человеческий мозг, который принимает разума, ему неизвестно откуда это. Он не понимает, не достигает этого понимания. И она, ее стиль проявления, это как молния. Она возникает очень сильная, практически недостижимая. Но происходит в разум просветление и чувство, что все стало понятно. И тем не менее, ничего не понятно еще, но такое убеждение, что все понял. Это называется хохма. Проявление в ниоткуда, из ниоткуда, корень знания. Который реально содерживает в себе все знания. Только пока для меня, человек, который принял этого удар молния, хохму, непонятно. А понять я должен воспользоваться моего силу, который намного чаше и знакомый со мной, который называется бину, бина. И об этом было сказано «Вехен-хем», вот они и, они, кто это они, хохму и бину, «Ав-воэм», отец и мать, «Хамойлидойс», которые рожают «Ава Сашем», любви ко Всевышнему, «Вейх осой» и страх перед Всевышнему, «Упахадой», «Лефарой». То есть они являются родители, отец и мать всех чувств. Мы еще раз говорим о божественной душе. А животная душа, мы оставим это на потом, на шестой главе. Мы дойдем с Божьей помощью. Мы дойдем с Божьей помощью на животную душу. Сейчас не время. Но нам надо понимать, что тот утверждение, по которым хохму и бину являются родители, авоэм, мать, отец и мать, чувствуй, это только у Божественной Души. Только у Божественной Души. И поэтому чувствуй, которые вы называли только что мидот,
чувство – это медот. Только медот мы воспользуем обожественных видов чувств, а у человека мы называем это де-факто, какое чувство я чувствую. А? Качество чувств. Какое чувство? Радуюсь, боюсь, улыбаюсь, люблю. У божественных миров это называется мидот. Хесед, гвура, тиферет. У человека это называется люблю, не люблю, боюсь и так далее. Да? Как это выражается, не как это называется где-то. То есть, почему хохму является отца и бину матер? И бину мат. Можно думать вообще, ну мы же не часто встречаем силу хохму в жизни. Людей, которые не трудятся в знания, не трудятся в учении, и новое учение особенно, а мы с возрастом повторяем того, что уже знаем. Нам тяжело начинать вникать в новые темы. Мы тут в Койлер по-другому, но в общем, в жизни. То мы встречаем чаще всего бина. В чем хохму является и в чем она нужна нам для того, чтобы рожать чувства? Бину я понимаю. Я должен, я что-то, какую-то идею услышал. Я должен теперь ее разрабатывать, ее в моем понимании, для того, чтобы досконально с ним, с этого идея соглашаться. И теперь я диктую, мое сердце слушается восприятие и знания разума. Зачем нужна хохма? К этому есть очень много маамрим, которые объясняются, но мы же недалеко от вторая глава. Роль отца в рождении ребенка – это отдать себя. И второй – присутствовать при жизни этого ребенка. Вот того, что мы учили в второй главе. Хохму что дает? Само знание. Она сырая еще, но она включает в себе любое понимание, которое бину потом найдет в него. Это как зерна. В нее полностью все есть. Во-вторых, для того, чтобы бину не будет ввести знание в заблуждение, хохму всегда присутствует. Она говорит, не туда. Молния не туда шла. Она вообще в другое направление. Вы видите иногда такие люди, которые искажают любое понимание. С такой же точки зрения, как у нас, они получили сырая информация, как у нас, но они идут в какое-то заблуждение. Хохму это не допускает. Она как компас. Она держатель курс. Вот туда, не болтайте. Вот туда, на это направление. Поэтому это Ав, отца, является хохму, и бину, как матка матери. Она и есть наведение порядок и осознание, и понимание самой мудрости. Это того, что мы учили прошлого урока. Теперь дальше. והן הם, יעני יסט אבוהם, עתצי מטרי, המוילידויס כתורי רז'יות, אבס השם, לובוב כבסבי שנמו, ויראוסי ופחדוי, וסטרח פירית כבסבי שנמו. פצ'מו, פצ'מו תק. כי השכל שבנפש המסכלס, פצ'מו אני רז'יות אימן הצ'וסטווה,
Потому что разум, который находится в разумной душе, כשמזבוינה נומה מקמאוית בגדול השם, כאשר און סילנה טרודיצה זה פנימניה, и концентрируется на этого понимания. Очень. Меод. Бигдула сашем, например, в знание о величии Всевышнему. Величие Творца. Эй хуме малекул альмин, например, какая тема? Как Всевышний наполняет всего мира. Весоевев кул альмин. И он окружает всех миров. Векула камей келой хошив. И всем перед него, как будто не существует. Нойлдо венис ойреро мидас ирас арой мемус бемойхою махшавтой. Это рождает, порождает у этого человека мидат, чувство. Ирас арой мемус. Ирас Ароимус — это как респект, стыд, мигдулос изборах, перед Всевышним. Шеэн ласой ватахлис, который не имеет окончания, не имеет конец. Упахад Ашем белибой. И это вызывает страх перед Всевышним. Вешу вислаев либой беаво азо. А потом его сердце будет зажигаться, зажигать в себе, да, любви ко Всевышнему, кириш пейш, как огня, который зажигает всего, бехашейко, вехафейцо, учуко, это разных выражений, вида любви по уровню, венефешейкеко, и гдола сенсей в Богу, к величию Всевышнему. Доходит до того, что ему не надо жить, он не хочет жить. Что это такое? И здесь того, что я говорил, что мы не будем говорить сегодня о животной душе. Мы общаемся сегодня о божественной душе. Почему? Нам, обычные люди, хотят чего-то, не надо никакого объяснения. Мы проснулись. Нам глаза показали красивую или привлекательную, или вкусную, или что-нибудь такое, да? И мы уже хотим. Но никто не проснулся утром, увидел книгу и захотел. Так не бывает. Я не захотел стать, допустим, маэстро, музыкант. Не захотел. Я не знаком с этим темой, зачем мне хотеть? Что я хочу? Того, что мне знакомо и доступно. Почему? Такая у меня животная душа. Она такая банальная. Того, что она знакомая, она хочет. Моментально. Ей не надо ничего думать. Она уже хочет. Пробовали один раз мороженое. Понравилось? Хочу. Вечно хочу. Это не что вчера хотел, сегодня не хочу. Вечно хочу. Сегодня я воздержусь. Или я заменю это в другую хотелку. Но я это хочу всегда. Да? И так далее. Когда мы говорим о недостижимые знания для животной души, она это не хочет. Для этого ей надо понять. Что первое надо понять? Первый надо понять, де иху мемале кулалмин, что Всевышний наполняет всего мира. Это первый. Что это? Что это за знание, что он наполняет всего мира?
Знание содержит следующее объяснение. Я человек. Что главнее у меня? Потребность моей телесной жизни или потребность моя суть как человек? По сути. Обычный человек, обычный человек, об этом не думает. Ему ясно и понятно, он не должен об этом вообще думать, и он не думает об этом. Он не думает, надо ли, не надо, просто так, по накатанным, как у нас говорится. Надо пить, он пьет, надо дышать, он дышит, надо ходить в туалет, он ходит, надо кушать, он кушает, надо спать, он спит. А сколько процент вы знаете людей, которые задают себе вопрос, зачем я живу? И ищут причины оправдания к своих жизни. Сколько? А почему так мало? Это же должен быть главное. Почему главное? Потому что если я чуть-чуть себе пойму, я пойму, что тело – это обложку к чему-то большей. Этого к чему-то большей, он должен быть главный. Значит, надо спросить этого внутренняя вот мотивация всего, что у меня есть, что ты хочешь. Логично. Не спрашивай. Мы не спрашиваем. Но если подумаем чуть-чуть, мы поймем, что этого, то, что мы называем душа, как хотите называть это, как, в каком языке, который хотите, душа, нешама, силу, энергия, как хотите, вот этого, вот это душа. Мы в хасидут учимся, это душа. Да? Она создана с каком-то характером, с каком-то движением, с куда-то идти. И мы должны спросить у нее, поскольку что она и есть мы. Мы благодаря нее живые. Мы благодаря нее думаем, мы благодаря нее смотрим, мы благодаря нее ходим, радуемся, плачемся. Все благодаря нее. Надо, наверное, спросить у нее, потому что мы должны ее дорожать, да? Вот она главная, не вот эта обложка. Что ты хочешь? А мы не спрашиваем. Но любить ее мы любим очень сильно. Как только она что-то хочет, она сразу это получает. Даже не задумывая, почему мы ее так любим? Потому что мы любим себя. Мы себя любим, мы об этом не должны думать. Это автоматично, мы себя любим, мы, конечно, что-то ее любим. То есть даже самый простой, банальный животный человек, который спит для того, что ест, и ест для того, что спит, и спит, и ест для того, что пит, и так далее. Да? Даже он очень любит в своем душе, даже не понимая, что это такое, и все, что она хочет, он обеспечивает ее. Почему? Он хочет жить. Просто хочет жить. Когда человек об этом думает и начинает разбираться и дойти к мнению, твердое мнение, что надо заботиться о желании души, этого душа, будь это животная душа, будь это разумная душа, неважно какая часть этого душа, и понимать, зачем он живет, что он хочет достичь, зачем это надо, что она хочет от него. И понятно, сколько он ее любит. Не тело любит, а ее, душа, которая дает ему жизнь, он любит. Потом человек поднимается на еще один уровень. Так же, как моя душа наполняет моего организма. Как наполняет, что каждая клеточка
полностью, она наполняет каждую клеточку в моем организме. И оживляет ее полностью, каждого в отдельности. И каждая клеточка получает свое внимание из этого душа, этого энергия, сила, энергия жизни, да? И ее хотелки, они главные, они все слушают его. Так же Всевышний наполняет мир. Ну, это уже совершенно другая ступень к пониманию. Мне нужно теперь понимать. Это первая ступень. Так же Всевышний наполняет мир. Так же, как моя, каждая клеточка имеет отношение к моей душе, благодаря кого она и живая, так же каждый из сотворенного, каждая молекула, каждый электрон, каждый атом, каждый что угодно, наполняет его силу Творца. И как этого существования должна быть благодарная и полная и тотальная под ее влияние, и так далее, и так далее, и так далее. Вы представляете, какая долгая, серьезная и твердая мысль, силу, волю думать, концентрировать, понять, досконально этого понять до уровень чувства, что я это как будто бы увижу. Так же, как я увижу, что вот душа – это моя рука и мое существование. Вот это достижение вызывает за собой определенное чувство. Давай подумаем, какое. Какое чувство будет вызывать то понимание, что так же, как душа наполняет моего тела, так же Всевышний наполняет мир. Какое чувство это должен вызывать? Есть предложение? Любви? Правильно. А? Радость? Не знаю, от чего радость? Радость я не нашел. А? Восторг от Всевышнего. Любви, потому что как я люблю моя душа, потому что она моя жизнь. Так же я должен любить Всевышнего, потому что он дает мне жизнь просто, да? Восторгаться Всевышнему, вот это всего, фу, это серьезно. Очень хорошо. Есть тоже доля переживания. Переживание. Я бы не сказал, это страх, переживание. Я же переживаю, обидит моя душа, я же не готов сегодня в моем возрасте понимания и осознания, не готов кушать, что хочу. Я переживаю портить. Но я не хочу мешать ее заполнять мое тело. Я буду жрать все, что хочу. Ну, покончу быстро. Не хочу. То есть я забочусь о моем вот этого сбережении, для того, что она останется у меня, ну, такая, довольная. Не расчарована в моем организме. Также я не хочу расчаровать Творцу в местонахождении. Мне нравится, что он здесь со мной. Это первый. Это база. Но как это понимание доходит? Вот через разум, это через животное душа, через чувство не доходит. Это не чувство, а потом понимание. Это понимание, а потом чувство. Совершенно другой путь. Если идем на высшую степень, это то и понимание, что моя душа, наверное, только нижняя доля, ее сила вкладывается в отдачу жизни моего тела. Потому что моего тела – это не центр внимания, она центр внимания. Получается, что если она центр внимания, она должна быть выше, многократной, чем ее способности обеспечивать моего тела. Это как, скажем, что солнце
созданы для души. Ну нет. Солнце намного мощнее, интереснее и могущественное, чем лучи, которые мы обеспечиваем, снабжаемся здесь. Также логично понять, что моя душа, ее главное не тело, а что-то высшее. И также, что это высшее, выше, чем я, тогда я должен понимать, что я должен достичь уровень моя душа, не душа уровень моего удовлетворения тела. Наоборот, тело должен оправдывать ожидания душа. Он должен стремиться к ней. Также следующий этап. Всевышний – это не того, что Он творил, сотворил нас. Это всего лишь, ну, конец. Это воплощение какое-то, ну, самое-самое последнюю. Он намного выше. Это называется в хасидут «Сойвер Кулалмин». Он вверх миров, выше миров. И это понятно намного сложнее, чем понять, как душа наполняет тело, так Всевышний наполняет мир. Потому что я, это значит моего организм, не хочет смириться, что он не главный. Он постоянно бунтует. Он что это значит, я не центр? Я центр? Как это понять, что я не центр? Я центр внимания. Он в натуре такое чувство у него. Я центр внимания. Как понять, что я не центр внимания, а душа центр внимания? Как-то так. Он бунтует. А еще понять, что Бог центр внимания, а не земля, там еще. Очень тяжело. И понять это сложно. Почему сложно? Потому что мы в духовности ничего не понимаем. И понять возвышенность выше нас для нас недостижимое понимание. Но если я достигну этого знания, какое чувство это будет вызывать передо мной, у меня? Страх. Так я вообще не... Я вообще должен ходить как муха. Никому не мешать. Потому что я такое ничтожество. Он всего, а я вообще кто? И еще высшее достижение, что Всевышний один, то есть даже того силу, который высший мир, мы говорим высший мир, то есть мир, и он высший мир. Но это не его похвала, что он выше мир. Мир вообще ничего. Он главный, он один. То есть вообще чувствовать, что я никто. Что я не существую. Это обман. Вот это вообще я не хочу. Ну, тяжело человек почувствовать. А это вызывает, кстати, не будем сейчас понимать почему, любви. Любви значит тяга. Хочу объединяться обратно с моего источника. Не хочу существовать. Это того, что произошел с Надав и Авиху, сыновья Аарона. Вот это чувство убеждения, что я не существую, я там с ним, не хочу тут. Тут это обман, там хочу. Вот этих чувств могут быть достигнуты у человека, живущего на земле, и у душа в раю, и где-либо, только через разум. Это не чувство, которое происходит, потому что увидели. Это достигнутое чувство, которое убедил разум. Через разума они появляются. ושוב אסלייב באבו עזו כריש פייש, אישו רס בודית און ספילצ'וויץ, אסלהב בליבוי. איבו סרצה בודית
загорать, можно сказать. Чуку, венефеш шейке колик дула сенсейв бауху, виклий сенефеш кидихсив, как написано, нихсефу вагам кол сонавши, царь Давида говорит, что я прям загорелся через моем душа во Всевышнему. Ухсив цамельхонавши, ухсив цамельхонавши, цамельхонавши ликим. Вацимоэйн, откуда этого жажду быть рядом со Всевышним? Умиесой доэш шабенефеш оликис. Он приходит из огня, который составляет божественная душа. Мошикосу ватибим, вехену бецхайм, шеесей доэш убалев. Где находится элемент огня в божественная душа? В сердце. Умакор, амаим, валихут, где корень вода и влага у божественной души? В мозгу, разума, маамоях. Мешикосов бецхайм шаанун, шибхинас хохму, шеникромайм, шебенефеш эликис. Как написано в Кабале, что мудрость называется воды в божественная душа. Вешарамидес кулом, и других чувств, которые испытывает божественная душа, они рождаются от любви и страха. Тут мы получили урок, психология. Самые главные чувства у божественной души – это любви и страх. Все другие чувства, они переплетены и рождаются от них, от любви и от страха. Я читал последний час быстро, потому что это каббалистический, более глубокий час. Ну, думаю, что мы достаточно поняли по сути, о чем идет речь. Но мы забыли о еще одно качество, которое есть в разуме. Мы говорили, что разум устроен из трех элементов. Хохму, бину, отец и мать, да? И дас. Что с дас? Что такое дат? Что это? А что бину такое? Ну. Веадас. Что такое дат? Ху мелошойн веодом йода эсхаво. Мы хотим понять, что такое дат. Вот где мы нашли похоже на слово дат, когда первый человек на земле был сотворен, Адам. Потом Всевышний увидел, что ло тов ха-адам йот левадо. Нехорошо человек бит одному. Насой лой эзер кенегдой. Надо сотворить ему помощник. И он сотворил Хаву. И после этого написано «Вехо Одом», человек, Адам, «Йода опознал Хава». А? Познал Хава. Что познал? Что такое, так, такие чувствительные мы не можем читать, как было. Может. Ну, в чем вопрос? Надо сказать, как есть. Тору не такая нежная, она пишет, когда надо, все как есть. Познал. Он с ней говорил до поздней ночи, узнали ее поблизко. Что он делал-то? Ну, все понимают, что он делал. Чего это называют познал? Нет, это не перевели. Так написано в Туру. Яда это хава. Что это яда? Там идет речь о отношении между мужчиной и женщиной. Это не просто
как кто-то говорил, воспользовался. Это объединение. Поэтому сразу после этого написано, что отсюда и дальше есть такое желание Всевышнему по сотворению женщины. Человек должен покинуть своих родителей и объединяться как одной целой с его женой. То есть отсюда мы понимаем, что этих отношений не являются контакт, не являются как-то попутные чувства, они объединяющие. Не разговор длинный, не знакомство, не свидание. Вот это называется это познание. Вот соединились. Чего? В чем там происходит? Происходит того, что высший, даже объяснение, человек. Разговаривали долго, хорошо. Посмеялись много, замечательно, знакомились глубже, все хорошо. Совершились уединение. Совершенно по-другому. Все по-другому. Это познание. Физически. Отсюда мы можем понять в духовном. Недостаточно знать. Недостаточно утвердить себе бину. Недостаточно. Надо уединиться с ним. Вот стать одному цели. Одна целая, я с моего понимания одной цели. Как муж с женой становились одна единица, так я с моим знанием с хохмаубину должен стать один. Я – это они. Тогда может появиться чувство. Тогда может рожать ребенок. Тогда может появиться следующий этап – чувство. Если мы говорим о разуме. До того нельзя. Того, что мы говорим в психиатрии, навязчивая идея, что такое навязчивая идея? Я что-то у психиатрически больной, да? Он бредил что-то, и постоянно оно не выходит у него из разума. И он поэтому постоянно это хочет. А в положительном так оно должно быть. Если я понял, а потом ушел, ничего не будет происходить. Мне нужно прям соединяться с мыслями, что я и мысли будут одной цели, как муж с женой, одной цели. Тогда может происходить рождение чувств. Еще раз, мы будем переводить это на жизни, да? Мы говорили об этом много раз. Вот. Нам объясняют, вот мы чуть-чуть повзрослее, что есть что попутно, очень опасно. Мы это не хотим понять. Нам объясняют это через врачи, через иногда инфарктом, не дай бог, через других какие-то. И что происходит? Мы с нашей мыслью объединялись настолько, что нет, не кушаем. Мы не кушаем. В божественная душа это многократно нужно. Потому что эта мысль, он божественный, он далек от меня. Если я хочу чувствовать, я должен объединяться с мыслями. Иначе не будет ничего. Невозможно чувств, если разум не объединялся со мной. Я стал моего разума. Вегу лошейн, йода, дас, это из слова хискашрус висхабрус, соединение и уединение. Шемикашер, как он это делает? Шемикашер дайтой,
он связывает своего разума, бекешер омиц вехозок меойд, в связь сильный и могущественный. Он должен прямо застрять своего мысли сильно в той мудрости, которую он учил, и он понял во великое Всевышнему, о котором мы говорили. И он не дает мысли прогуляться. Вот уходить куда-то. Нет. Он концентрирует и сохраняет мысли сильно. Киаф, говорит Ребе, почему так? Киаф мишу хохом веновен бигдула сенсей погуху. Даже если человек очень большой мудрец, в знания, в хасидуту о тех трех элементах, которые мы говорили, как Всевышний наполняет, как душа наполняет тело, так Всевышний наполняет миру, да? Как душа, она главная, так и Всевышний главный, и он один. Допустим, человек это понял досконально и хорошо. И он не понимает, почему он не чувствует соответствующие чувства. Почему? Киаф мишу хохом веновен меэйд бигдула сенсей Бог. Он очень большой знаток. Хине им ло якашер дайтей. Если он не будет привязать своего знания, и он будет застрять своего мысли сильно и бесперерывно, он не будет рожать своего душа истинная любви или страхом перед Всевышним. Истинная. Что он, да, будет чувствовать? Ким демьёйнас шар? Галлюцинация у него будет. Демьёйнас шар. Галлюцинация, самообман. Самообман это тоже очень хорошо иногда. Галлюцинация это тоже хорошо. Как это понять? Я учил хасидут. И я понял, что как Всевышний, как душа наполняет тело, так Всевышний наполняет мир. У меня иногда, когда я хочу делать такой неправильный поступок, то, что называется нарушение закона Тору, грех, да, у меня такое чувство, что как это? Это галлюцинация, это не страх перед Всевышнему. Страх будет выражаться совершенно по-другому, я буду жить как другой человек. Но этого галлюцинация тоже хороша. Демьёй насшав, это тоже очень хорошо, когда мы говорим о Всевышнему, да? Но тем не менее, если мы хотим достичь реальное чувство страха перед Всевышним и любви ко Всевышнему, для этого нужно концентрироваться. Надо не уходя из этих мыслей. Ваалкен, поэтому Адас гукиума мидес вахаюсов. Дас, он не папа и мама, но он их воплощение. Он их существование и оживление. Порождали любви, перестали думать, перестали любви. Вукойлал хесед гвура. В него есть соединение любви и страх. Хесед гвура. Пируш аво ванфео, ви иро ванфео. Откуда у него силу соединять? Почему единение между муж и жена воплощает в себе любви и страх. Что там происходит? После того, что говорили много, после того, что знакомились много, после того, что чувствовали так много, все этого соединился в один простой человеческий акт. Он внутри себя, вот это простой, вот поступок простой, но он в него входит все. Когда мы говорим о разуме, как можно порождать чувства, объединяя хохму и бину, любви и страхом в одном силу дать. Он их
воплощается.